Профессия – журналист. Цикл мероприятий, которые в этом году собрали на филологическом факультете более 80 начинающих журналистов-школьников из разных уголков Брестской области. Большая образовательная программа, открытые дискуссии, творческие встречи и мастер-классы, награждение победителей открытых конкурсов и олимпиад. Программа форума в этом году большая и разноплановая. Наше мероприятие проходит в формате школьной конференции в университете, а это значит, что основными героями этого форума будут прежде всего учащиеся школ города Бреста и Брестской области. Молодые люди с горящими глазами и творческими амбициями. Вот она, будущая смена акул пера Брещины. Многие юноши и девушки посещают цикл мероприятий «Профессия журналист» не в первый раз. Все потому, что они уже определились с будущей профессией и хотят получить от лекторов свежую информацию о том, что сейчас в медиасфере актуально, модно, интересно. Думаю, что в будущем эта профессия мне, естественно, пригодится, потому что сейчас я интересуюсь, мне нравится много писать, мне нравится фотографировать. Я надеюсь, что пойду, скорее всего, на фотожурналистику, нежели на обычную. В рамках мероприятия ребята смогли узнать о тонкостях телевизионного вещания, познакомились с технологией написания сюжетов и заметок, глубже погрузились в новостной мир. Приятным бонусом для всех участников творческой инициативы стали сертификаты, которые дают им право уже в следующем году принять участие в неделе журналистики – международной инициативе Пушкинского вуза.